Тейлор Свифт, я уверена, стоит серьезно опасаться группы BTS. Кей-поперы готовят новые мини-альбомы, а треки обещают взять первые строчки мировых чартов менее чем за сутки. Со скоростью света клип Дины продолжает набирать просмотры, перевалив отметку в 20 миллионов меньше, чем за сутки. Более того, BTS возглавили чарты iTunes в 73 странах мира. И это рекорд, который еще не побил ни один артист. BTS также озвучили шокирующие подробности их нового мини-альбома «Love Yourself Here». Предзаказы на предыдущий альбом составили 700 тысяч копий, но цифра на основной сборник выросла более чем на миллион. Это невероятно. ARMY получат 12 треков, 9 из которых абсолютно новые. Сами артисты делают на них большие ставки. Мы хотим попасть в чарт Billboard Hot 100. Это будет нелегко, но цифры предзаказов и просмотров дают нам веру. Кей-поп-айдолы также рассказали и о своих нескромных планах на будущее. Подобно артисту Psy, мы хотим начать создавать новую историю. Gangnam Style ворвался, а мы продолжим пробиваться к мировому Олимпу. Старт однозначно получился мощным.